около полутора месяцев в зависимости от погоды остается до старта отопительного сезона. Сейчас к этому периоду готовят объекты энергокомплекса. Работа идет по графику, отметил заместитель министра строительства Чувашии Владимир Максимов. Средний процент готовности объектов энергокомплекса на сегодняшний день 80,5. Впрочем, есть и отстающие муниципалитеты. Достаточно активно ведутся работы по подготовке объектов коммунального хозяйства в 5 муниципальных образованиях, где средний процент готовности объектов менее 70. Это город Канар, Шумерле, Шубрилинский район, Ядринский, Алатырские районы. Напомню, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток не поднимается выше плюс 8 градусов. Первым делом тепло придет в больницы, садики, школы и другие социальные объекты. Затем в жилые дома.